Ребята, здесь целая настоящая железная дорога. Таки бойс! Всем привет! Ребята, сегодня я пришел в музей старых паровозов и электровозов. Пойдемте на них смотреть. Какие у него колеса? Гляньте, какие огромные! Почти что мой рост эти колеса. Ребята, а это пассажирский вагон. Еще он деревянный. Ребята, гляньте, какой подъемный кран. Ребята, знаете, сколько весит кран? 100 тонн. Ребята, кран может поднимать 25 тонн. Там очень много. Ребята, это автодрезина. Ребята, это тоже автодрезина, но раннего выпуска. Ребята, теперь пойдемте посмотрим тепловозы. Мужчина, вы тут долго сидите? Вас поезд еще не приехал? Нет? Ну ладно, до свидания. Ребята, это электровоз. Ребята, смотрите, какой старенький вагончик. Ребята, это главный вагон дизель-поезда. Это тепловоз Т-10006. Ребята, гляньте, какие у него мощные колеса.
М-572. Ребята, смотрите, какие у него огромные колеса. Ребята, мы посмотрели огромные паровозы, тепловозы и вагоны. А теперь пойдемте посмотрим их же, но только маленькие. Ребята, здесь целая настоящая железная дорога. Ребята, вот паровозка с настоящими лошадками. Здесь прям все правдоподобно. Гляньте, какие здесь маленькие люди. Гляньте, какие машинки. Это депо. Ребята, здесь очень много модельных паровозов. Вот бы ими поиграть. А этот паровоз похож, на который мы видели на улице. Ребят, смотрите, это паровоз под названием «Кукушка». А дальше паровоз из серии «Твердый знак». Ну и название. А здесь у нас есть электровозы. Пойдемте дальше. Ребят, давайте посмотрим, какие здесь есть паровозы. Ребята, паровоз с прицепом везет в себе уголь. Ребят, смотрите, какая раньше была форма. Это форма жандарма. Ребята, какой велосипед? Не б такой. Но он ездит только по рельсам. Пойдемте дальше посмотрим. Какой ключ! Ребята, это уже современный тепловоз. Ребята, такого мы видели наподобие на улице. Ребята, смотрите же, это пульт управления кабины электровоза. Это макет пассажирского вагона. Ребята, представляете, в этом вагоне перевозят живую рыбу.
Ребята, вот так вот мы сегодня провели день и посмотрели много паровозов и вагонов. Кому понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!